В поединке по рематчу чемпионата ВХЛ Тюменский Рубин раздавил Крепкий Молот 6-2. Хотя пермская команда занимает в лиге высокое 5-е место. Отлично сыграла первая тройка нападения, забросившая 4 шайбы. В активе Георгия Бусарова дубль и 2 голевые передачи. Также 4 очка, шайба и 3 ассиста у Алексея Митрофанова. Денис Давыдов оформил гол плюс пас. Юрий Платонов открыл счет уже на 2-й минуте. Вадим Хлопотов забросил 14 раз в сезоне и в 7-й в большинстве. Гости обе шайбы организовали, имея численное преимущество. Последняя для голкипера Егора Назарова выдалась особенно обидной. В ворота она влетела за секунду до сирены. Сегодня большинство у нас хорошо сработало. Я думаю, может быть, даже если не удаление, то и припущенных голов не было в нашей ворота. Домашнюю серию тюменцы продолжат 22 января поединком с Ишсталью.